Безусловно, для каждого человека очень важно благополучие его самого и его семьи. Сегодня я делюсь молитвой на благополучие. Благополучие – это получение благ. Само слово говорит за себя. Если вы умеете слышать, вы это услышите. И Алена Полынь дает вам такую молитву. Зажгите красную свечу, не церковную, и читайте такие слова. Свят день, свят час, свято слово мое сейчас. Солнцем день полнится, слово мое исполнится. Мне блага земные получать, солнце свет восхвалять, воистину. Прочитайте эту молитву 12 раз. Читать ее нужно в 12 часов дня в воскресенье. Желаю вам всех благ!